Так, ну что, Блайзь Неразимусом начинает черкать по чуть-чуть. Ребятки, стоп-старт сделан, сейчас у вас стрим появится. В общем, начинаем мы Starline, после Starline прерываясь. Завтра, ну, очень тяжелый день ждет, потому что я хочу в 5 утра встать и посмотреть Дотана маленечко. Вот, вместе с вами. Многим тоже будет интересно. Вот, а начало там завтра в 5 утра будет, очень-очень рано. Вот. Ну и весь день тоже будет завтра там при этом всем идти и StarCraft, в том числе Nation Wars, Россия, ой, Украина, где участвует. Россия, все, уже отыграли. Так, ну что, создаем, короче, сейчас... Водички пойду налью, пока уж потом не отойти будет. Так, все, я здесь. Так, схватка. Затон, первая карта у нас. Я как понимаю. Так, ну что, ждем всех. Пильну рекламу. Ждем корресария и начинаем. Так, все, все пришли. Корресария. Неразим, Гарвид, Гугу, Блая нет. Пока что ждем Блайщика. И начнем. Вторая пара у нас получается Лиссандра против Вани будет у нас здесь. Что-то Блай пока не идет ни хрена. Куда-то Блай надолго ушел. Так, ну что, поехали, ребятки, все здесь, начинаем игру.
Первая карта первого полуфинала стартует. Это опять напомню. Че это ублая такая за штука? А, это с Nation War, украинский флаг, походу. Я сначала не понял, что это такое даже на аватаре стоит ублая. У Неразима какой-то этот Дехака или кто это, я не знаю, из компании. Признаться честно, не знаю, как матчи сложатся здесь. Ну, по мне, в первой паре, конечно же, абсолютный фаворит Блай. Я думаю, ни для кого это не вызывает удивления. Сможет ли Неразим победить? Вопрос хороший. Сможет ли достойно отыграть? Тоже хороший вопрос. Вот. Во второй паре Лиссандра и Ваня, я думаю, ближе ситуация по уровню игры. Но Ваня тоже, наверное, мне кажется, фаворит. Так что вероятность есть ЗВЗ у нас в финале. Ну а что делать, как бы? Так сложился турнир. Тут уж ничего не поделаешь. Пилон, Гей, Гас, Никс. Короче, первая карта затон у нас, ребятки. Пилон, Гей, Гас, Никс. Кибернетчику играет Неразим. Стенка снизу, он на 11 фиолетовый. Красный Блай получается, бред, Киберлесник. Красный Блай появился на 5 часах. Хотя Блай-то не красный, наверное, так некорректно говорить. Блай на 5, он красный. Красного цвета. А то красный Блай появился. Как будто он там красный, как рак дома сидит. 17 хату Гаску он играет. Как вы видите. Так, он неразимая кибернетчика пошла. Ну, пока все стандартно. Абсолютно. Второй газ должен быть сейчас заказан, по идее. Ставится второй газ. Неразим четко. Четко тут рабочих отконтроливать, кто сюда воет, будет ли второй пилон, он Неразима. Должен уже быть он заказан, по идее, второй пилон. Где он? Вот он пошел. Что-то Неразим тут завтыкал маленько. Но с другой стороны, в принципе, саплай блока не будет вообще. Так, ну тут оверы у нас пролетают мимо. Была овер через третью базу, залетает за вторую. Помните, ребят, что надо поддерживать меня и мой канал. Вот. Потому что нужно его поддерживать и меня. А также 50% идет на московский лан 14 апреля средств. Поэтому всем громадное спасибо за поддержку. Вот. Ну и сегодня фишка дня. Помните, что кто поддерживает, тот успешным человеком фактически становится. На сегодня уж точно, как бы. И уже вот и увидите, сколько их поддержавших успешных людей. Так что дело. Так, две собаки забегают, Блая. Ну, все на разведку идет. Неразим на мэйне овера там пытался законтролить. Ну, Блай спалит роба, сейчас очень плохо. Потому что если Неразим хотел агрессивно сыграть, уже не стоит ему агрессивно играть после этой разведки Блая. Но, в принципе, урона он никакого абсолютно не получает, поэтому жить можно и все в порядке. Так, робочек отконтролил там Неразим. Сталкер-то где вообще там этот бегает, черт его побери. Одна пробка все-таки в итоге минус. Надо было отводить демедженную. В таких моментах надо понимать, что происходит. Демедженную водишь просто и все. Заказано в сервер, будет разведка. Так, пошла батарейка. Не понимаю, пока что Неразим собирается делать. Ну, Блай таким образом и ситуация, что он третий Никсус палит. То есть вот он сейчас увидит, что Неразим третий ставит Никсус. Он сразу перестроится, естественно, он поймет, что Неразим как бы не пойдет ни в какой пуш. Неразим Некусов никаких не строит, я вижу плюс 2 гейта. На второй на мейне один сталкер и на патруле. Ну, что-то как бы ни роба, ничего не работает сейчас очень. Это такой момент непонятный для меня. Плюс батарейка такая защитная. Вот Иммортал пошел. Иммортал пошел. Так, Блай даже газ, кстати, не видит почему-то.
пробочка у нас на дальнюю, на третью пошла. Здесь неразим проверяет. А вот он овер-то висит, его видно прекрасно здесь, кстати. Надо привести сюда апса. Здесь сверху овера уже не найти будет. Был бы апсер, сбил бы он не халяву, просто неразим. Ну, опс улетел уже. Опс улетел, он летит к Блаю. Начнет разведывать, сейчас неразим, что здесь происходит. А Блай просто пока рабочих строит по чуть-чуть. Лэйр доделывается, Роуч Ворон. Будет ли Роучи строить или Гидроден закажет Блай? Вот в чем вопрос сейчас заключается. Вообще, конечно, сейчас вот Гидроден, по-моему, и можно принимать. Неразим неплохо будет. Так, у него Immortal сейчас будет Twilight. Twilight, это, наверное, Глефы будут адептом, не знаю. Или что это вообще может такое быть. Вот, не, Immortal это интересно, лучше его, правда, не показывать. Либо показать и фейкануть потом, там, заказать Глефы, третий Нексус, как бы. И чем-то подсветить хайграунд бы не мешало. Опа, оверсир у Блая. Слушайте, спалил Блая Immortal. Надо как-то встречать. Нет, чаш архива темпларов. Ну, значит, третий Нексус обязан быть сейчас. Неразим гейтов прям за овером заказывает. Я думаю, сейчас Блай прекрасно поймет, что ему ждать здесь, как бы, и сталкер уперся, и здесь все застроено, оверсир на халяву ушел. Блай видит, какая здесь стенка, просто свернул в бок. Ну, хотя еще выстрел-то неразим успеет делать, а еще успеет сделать. Какой фейл просто. На 3 хп ушел, и даже на 2, одно зарегенилось уже. Вот, хпенчик. Так, ну Нексус заказан, третий. Блай сам начинает, кстати, агрессивничать, вперед двигаться. Неразим вышел за стенку. Так, а надо было сюда вообще идти-то еще? Здесь 3 Immortal, 2 Архон. Здесь такой опасный микс, я вам скажу. У Сын 3 энергии, на 3 филда есть, как бы на Гвардиан есть, и это опасно. А у Блая шпиль делается. Ну, Блай тут как бы Роучилингов играет, выходит шпиль, Роучилингов прячет сейчас. Ксилнагу контролят, то есть если увидит, что неразим выход делает, сразу последует контрзабегание за этим какое-то, и это будет для неразима чувствительным очень забеганием, потому что у него, ну, он не готов, здесь ни фотонки, ничего нет, как бы 5 гейтов на 2 пилонах висят, все сразу продакшн отключится. Ну и вот Блай идет неразим к Ксилнагу законтролить, Блай это видит. Так. Прям сразу он побежал в контратаку, ничего себе. А неразим, да, ломанулся вперед, то есть Блай идеально прям сразу же идет сюда. Это очень плохо. На ТП-шится домой, я думаю, неразиму другого варианта здесь ниже. Он на муви отступает, да, смотрите, 3 гейта падает, уже ТП-шится неразим, а юнит это Блая уже на мейне, значительная часть причем. Блай пытается за гейт зайти, заходит за гейт. Здесь пилон так и не восстановлен в итоге. Роуч Линк тупит, но уже ему-то вперед летит с новыми роучами. Ну, тут как-то Блай просто неразимо разводит на ровном месте фактически. Ну, вот неразиму нужно было, мое мнение, спалил Роба вначале, откажись полностью от агрессивного билда, сыграй сейфово. Сыграй что-то сейфовое. То есть через что-то там открывался, это абсолютно не важно. Главное, ну, как ты потом отыграл стадик. Видишь, если ты дал всю инфу оппоненту сразу же, то нет смысла такой билд играть. Это при любом билде, в принципе. Ну, кроме Старгейта надежного, возможно, как бы, да. Ну, через Twilight то же самое зерк подстроится. То есть надо, если ты играл пуш и оппонент увидел, он будет готовиться, вот как Блай сейчас готовится, смотрите. Блай прям опасается выхода неразима. Так неразиму здесь и не выйти тупо. Ему здесь юнитов не провести. Ну, можно ему этих архонов-то можно перевести призмой. Вот. А играешь макро там. Поставил фаржу, закал плюс один до Твайлайт. После роба третий Нексус, как бы. И вышел Твайлайт гриды. С одной стороны, да, так как бы нормально делать. Ну, Блай, это здесь овер висел, он все контролил абсолютно, ребят. Это ГГ, то есть он был готов и к такому раскладу, получается. Создаю вторую карту. Пока что оправдывается, как бы, Блай, преимущество здесь. Так, неоновая площадь, вторая карта у нас, создаю.
Так, ну что же, погнали, погнали. Фотонок еще не было у неразимых. На фотонке было напилить еще. Не спалил роба, костебрак, а спалили тебе роба. 1-0 Блай. Погнали. Так, да, Александра, Ваня, вы там можете, если здесь на стриме присутствуете, почеркайте карты пока, может, чтобы время не тянуть, потому что, ну, что его тянуть, как бы. Я завтра в 5 утра, тем более, на Дотан хочу встать. Вот. Надо спать, ложиться будет пораньше. Короче, здорово всем. Ну и как обычно, про адлоки, про премиумы помните. Поддерживать не мой канал. Надо натурить, призовой собирать, естественно. На наш. В общем, вторая карта. Блай против Неразима. Для Неразима, на самом деле, такие полуфиналы, такие матчи. Это опыт очень большой, потому что, ну... Одно дело на ладере с Блаем попадаться, другое дело в официальном матче. Санчес 13 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает: пацаны, после того, как задонатил по мячу, дело пошли в гору. На работе зарплату подняли, жена вернулась. Спасибо, а я, между Санчес. Прочим, не женат. Берите кредит, закидывайте по мячу на карту. Спасибо, Санчес. Можно не за карту, можно вот так же через мужика яндексовского. Спасибо тебе большое. Такс. Что-то у нас тут надо распространить. Все, ребят, вторая карта была и против... Королева успешно. Неразима у нас карта. Неоновая площадь называется. Вот, Санчес ждет норм. Сейчас всех местами поменяю, потом вниз тоже добавлю. Потом добавлю и к призовому. Соответственно, пока что некогда. Пилон Гейт Гасникс. Кибернетчика от Неразима, как и было в прошлой игре. Вот раз тоже Роба, кстати, делает Неразим, но с Твайлайтом вместе. То есть какой-то харас, видимо, будет. Блай четырьмя собачками, как обычно, забегает. Ну, ой-ой-ой, проблематично что-то тут все у Неразима. Собак Неразим минуснул. Овера главное не упускать. Зато 10 адепт пришел и двух дронов убил. Слушайте, это более результативный опенинг для Неразима, естественно. Успеет овер разбить Неразим? Да, должен успевать. Все, овер минус. Собака прибегает на муви в этот раз. Ай, кусается, как больно, Неразим. Как же ты пробок-то так контролишь? Вот ты даешь. Стенку надо закрыть. Закрывает Неразим стенку в итоге. Бежали б новые собаки у Неразима. Вообще жесткие проблемы были бы. Александрыч катает ладер, это как разминка перед серьезным делом. Ну, Бла, опять же, Лейер Роуч Уоррен, то же самое, что в прошлой игре. Ну, Архона Харас, Даркшайна, контрит, это вполне неплохо билд. А, это, кстати, не пилон, и батарейка была.
Спасибо всем за поддержку еще раз. Завтра, ребят, помните, что в 5 утра я собираюсь стать стримить Дотан. Кому интересно, как бы потом днем будет первый Старик в 13.00. Потом в 14.00 будет... ну, первый досмотрим, точнее, не сразу в 14.00, чуть позже пойду на Алима Лигу. Ну, а вечером в 6 часов Украина будет играть с Nation Wars, это будет очень интересно, естественно. Я не знаю, как еще я выдержу, поэтому надо, как только этот турнир кончится, я сразу спать пойду. Ну, а думаю, окончится он в районе 10 часов примерно, сколько тут потребуется нам на эти матчи. Я хз, ой-ой-ой, чуть сейчас не разим Дарка не отдал, опасно он действовал. Он думал, сейчас успеет что-то там подхарасить по ходу дела. Но в итоге просто Блай прилетел и все прогнал нафиг. Чим прибежал роущими своим плюс оверсиром. Скорость оверсиром делается, овером, роучем, простите, скорость оверсиром не делается. Карманная у Блая третья, кстати. Ну почему он... А, ну он увидел Twilight Room и решил, что карманная будет надежнее походу заказывать. Вот так вот и поступил он в итоге. Так, здесь Нексус пилончик пытается неразим поставить. Слушайте, а собаки что-то все сгрызли. Так, на мейне дарки прилетели. Спорку-то неразим убил, до 2 дрона. До оверсир пришел и все, закончен харас. Архонов нет, призма демодженная, можно ее потерять, очень опасно это все. Подъехал чарж, делаются имморталы, первые точнее. Вот имморталов надо пораньше было, мне кажется, неразиму начинать пилить, а то в итоге их будет очень немного. Так, по-моему, тут оверок летает спокойно. Оверсирчи разведывают, видит... Ну, что он видит? Что неразим пилоны строит, видит позицию гейтов его. Видит всю ситуацию от начала и до конца. Так, а что у нас тут? Дарки плюс иммортал, плюс зилки. Надо вы третий некуда отбивать, что неразим тянет, я еще не понимаю. Так, прыгают зилоты вперед. У Блая роучами кайтинг начинается. Ну, Зилл-то пишет хорошо. Надо, чтобы Иммортал подошел. Зилки здесь не справятся в одно лицо. Прикольно перед юнитами просто накидал Чейнджингов Блай. Кстати, шпиль подъезжает сейчас. Вот не, был бы у неразима сейчас архивы темпларов были бы. Он бы мог весь газ просто потратить на архонов. Было бы это очень круто, конечно. Но он и так сливает новеньких архончиков с энтри. Надо делать выход. Блай делает свич-мут. Тут сейчас очень... Очень своевременный может быть выход. Так, а что тут оверсир делает? Привет. Оверсиру неразим передает. Ну, это интересный пуш такой, я бы сказал. Его неразим успевает прям под муту прийти. Успеет, должен, по идее, он прийти прям под муту. Идет через центр или через верх? Через верх решил пойти. Вот для Блая, видимо, самое выгодное... Варпанул, сложил призму. Короче... очень долго в итоге шел. Призма на мейн, выход на четвертую. Сейчас будет размен. Неразиму надо до конца в размен 10. Блай оверов увел. Здесь все заблокировал. Где мут-то, кстати? Вот Неразим муту спалил над на мейне. Готовится. Фотоночку ставь что-нибудь. Варпит там каких-нибудь сталкеров. Я не знаю, что еще там можно варпить. Призма на мейн залетает. Там роучи реважеров очень много у Блая. Он готовится уже. Призма въехала в спорку. Почти что в стройку. Ничего не получилось. Короче, пушит неразим, хату эту не убивает. Заходит Блай, у Блая идеально плетки достраиваются. Плюс роучи реважер. Ну, Блай чисто на скиллухе, я считаю, на уровне игры вывозит здесь. И вы видите, что происходит. У неразима все плохо дома, а Блая продавить не смог. Вот если бы сейчас неразим не тупил и шел бы через крип прямо сюда, а не хитро жел. Ну, понимаете, Блай и так спалил. Ты на оверсире выход спалил. Какой смысл обходить вокруг крипа, чтобы тебя не видели? Если бы у тебя хотя бы были бы предположения, что оппонент не видит, что ты выходишь, да, как бы, там можно было бы так делать. Ну, ты же спалил уже здесь все. Иди прямо сюда быстрее, что юнитов меньше может зерк отстроить вообще. Так, да шоколад. Так я же фолоч Нью-Вегас проходил, остановился прямо перед концом. Кстати, вот извиняюсь перед теми, кто смотрел его.
Блин, так я и не допрошел. Надо как-нибудь будет уделить пару, ну, часов 5, короче, чтобы допройти. Вот там, может, даже меньше осталось, я не знаю сколько. Ну, я уж там на дамбе там президента защищал, там и т.д. и т.д. 30 пробочек, минус 98-175. Здесь ГГНчик неразимый уже. Пора писать. Кстати, жаль, у нас матча за третьего места нет. Но у нас как бы нет матча за третье место, к сожалению. Блинка нет здесь. Ну, блин, почему неразим сразу вперед не пошел? Потому что если бы он пошел прямо, здесь бы еще только эволюшены и плетки строились. Здесь очень много было юнитов, мало реваджеров у Бла, у неразима много архонов, все. То есть он мог очень неплохо там подраться, как бы. И тогда бы, может быть, и размен бы удался. Бла еще мутки добавляет, подрезает сталкера, полетел к неразиму сюда. Неразим не любитель, кстати, фотонки строить, а зря. И у него есть фаржа вообще? Не, у него фаржи нет. Ну, это как бы, ну, Бла ему... Бла выигрывает неразимо до появления фаржи как-то прям. Архончик падает. Тут неразимо опять пришел. Забивает камни неразим. Здесь муталиски уже и архонов всех сбрили. Двух, которые в обороне были. Ну, а сталкерами точно отбить. Ну, атака последней надежды. Но надежды здесь нет. Здесь звука тут Блая много. Засел Блай тут дома как. Мой дом, моя крепость просто по принципу. ГГНчик, ребят, 2-0. Ну, пока как-то очень все легко для Блая здесь проходит. Сейчас посмотрим третью мы карту. Может быть, здесь... Будет получше катализатор. Создаю. Ну, как уже пошел размен, и неразим не продавил, там стало понятно, что все будет плохо уже, и что это практически проигрыш. Такие игры выигрываются на размене, то есть скорость принятия решений здесь решает очень сильно, как бы, и как ты действуешь, соответственно. Да ну, какие ДЛС-ки? Я еще основной сюжет не прошел. Ну что, поехали, ребят, третья карта. ДЛС-ки потом, может, как-нибудь пройду, не знаю. Так, надо 146 еще добавить к призовому. Так, уже почти треть. Какие сейчас топ-игры комп мы привезли, не знаю, что проиграть. StarCraft тут топ-игра, ты чё? Игра? А я так надо что-то искать, короче. Погнали. Третья карта. Катализатор. Карта Блая. Блай на 11. Неразим на 5 появился. Фиолетовый Блай. Синий. Надо будет сказать, что цвета поменяли потом. А то как-то до этого вроде красным Блай был не так
А сейчас как бы что-то в глаза это прям сильно бросается. Пилон-гейт у неразима, как бы все в стенке здесь делается. Странно, кстати, пилона, мне кажется, как-то сзади ставить. Ну, то есть стенка должна быть, мне кажется, по линии вот этой между вот двумя этими хреновинами. Потому что она вперед выдвинута, здесь далековато она от Нексуса. Ну, не знаю, как бы это мелочи с одной стороны. Так, область, 17-я хата, да, вижу, 17-я хата, пул. Пул безгазовый, заказан сразу после хаты, кстати. Интересно. 17-16, короче. Вот так вот, и только потом газ. Ну что ж, посмотрим. Неразим приходит, видит тайминг пула, что он раньше газа видит. Делает ли он из этого какие-то выводы, я не знаю. Но Нексус пошел. Фух, такс. Так, что Бутулнетч там опять барагосит уже, да? Завязывай, Бутулнетч. Так, ну все, хата ублая готова, 4 собаки, 2 королевы делаются. Нету сотки газа, еще скорость, соответственно, не заказана пока что. Так, здесь будет гейт. И вот проход, стенка, получается, неразима. Так, заказал адепт, передумал, сталкера заказал. Ну так, блин, собаки успеют сейчас забежать, значит. А это не очень хорошо. Твайлайт дома делает. Ну все, и уже, как бы, получается, не прикрыть. Это Твайлайт, Ловер все увидит. Ну, а тем временем две собаки сзади забегают. Неразим решил подбустить адепта. Ну, а что толку ты его бустит? Я не понимаю, зачем... ну, ты видишь собаку, веди ты на мейн под сталкера пока что своего этого... Хорошо сконтролил, слушайте, Неразим прям. Топовый контроль нам тут демонстрируешь, что ли, Неразим? Да, и в этот раз и рабочих дамаженных отвел. Молодец, в этот раз нормально сконтролил. Пошло робу. Угла 10 собак, скорость, то есть он что-то побаивается. А, ну, противоадептовая получается защита. 16. Так, что, грозалетит, что ли? Прям очень... 16 это много, 20. Я решил, что в лоб неразимо сможет прогрызть. Но ведь сейчас нет дропа без лейера. То есть это прям надо стенку сгрызать, что ли? Я что-то не понимаю. А ведь стенка, вот в чем минус этой стенки, кстати, я думаю, в чем же минус? Если бы здесь гейт стоял, его бы гораздо меньше собак грызла, одна только грань, одна только кромка была бы, вот это бы доступна. А так и с этой стороны, и с этой можно грызть, то есть гораздо больше дэмэджа гейту залетает. Придется стенку сейчас сразу дублировать, адепт пытается тпшнуться, не успел буквально, а ведь этот дэмэдж очень важен здесь в обороне. Еще гейт, они последнюю буквально какую-то секунду там неразим успевать достроить. Бустит, зачем ты гейт, зачем гейт, если можно было варп забустить. Варп не бустится, вот наконец-то варп забустил неразим. Так, ну и блай дронов уже делает. То есть, ну, подгрызет стенку, варп готов, конечно. Кибернетка упадет, соответственно. Здесь еще один пилон, ну, сейчас блайд пилон сгрызет. Потом неразим, как полагаю, отобьется. Надо этот пилон отменить. Будет заказать здесь делать проход и все. Да, еще один гейт сгрызает. Ну, тут чарж подъехал почти, а гейтов-то нет. Кстати, неразим улынет, между прочим, с чаржем. Вот после такого начала может даже вкатить, на самом деле, мне кажется. Хотя Блай Роуч Ворон делает с одной стороны, но с другой-то как-то... Так, а где призма вообще у неразима? Нет призмы в заказе. Так, чардж доделся. Спалил Блай, что чардж, кстати, есть. Я вот что-то ни хрена даже не понял, если честно. Зилка Блай пытается сгрызть, но зил это бессмысленно грызть, на самом деле. Призму заказал. Куда? Неразим? Блин, а может, Неразим слишком много в StarCraft играет и в школу не ходит? Ё-моё. Считать-то надо все-таки. Какие 10 гитов с двух баз нераскачанных? 8 гитов здесь выше крыши хватит при таком билде.
Ну, то если б Неразим не забоялся и заказал бы призму, то он бы вообще бы прекрасно себя здесь чувствовал. А так это похоже 3-0, потому что Блая уже 6, уже 11 роу сейчас будет. С другой стороны, тут быстро очень лимит боевой будет копиться у Неразима. Пошел варп еще. И гейтов-то 10 получается. Так, надо сталкером дозайди, то за гейт, и Неразим не заходит за гейты. Зилка одного еще варпанул. Гейтов 10 можно варпить просто невероятно. У него 2 не открыто там, 2 не открыто здесь. Зилы-то приходят, у Блая тут уже рачей пачка стоит с королевами. Открой ты гейты. Вот, открыл на мейне. Сейчас варп сразу 10 зилотов пойдет. 8 плюс еще 2. 9, 10. Где 10-й-то? Нет 10-го. 38-58 по боевому. Зилоты заходят. Надо сразу в роущи вгрызаться, а не в хату, соответственно. Так, королеву все прыгнули неудачно. Надо прыгали, чтобы зилков они, блин. Ой, в роущи сразу зилоты на чарже, потому что иначе плохой размен получится. Так, двух роущи сразу неразим зилками окружает. Пытается здесь дать нормально бой. Но у Блая не просто роучи, а роучи со скорости. То есть это идеальный кайтинг на крипе. Скорость невероятная. 5 с лишним ГГ пишет Неразим. 3-0 Блай. Ну, ожидаемый результат. Так уж у нас сетка сложилась на этом турике. Ну, Неразим Люцифера убил. Может, как бы посильнее было бы. Да, там как бы матч. Блай с кассом 3-1 убил, то есть получается. Ну, а касса может, наверное, куда-то было засунуть. Но у нас сетка делалась на рандомных принципах, как бы. То есть мы не мухлевали, никого там специально не подставляли для интереса, как бы получается. Такие дела. Что-то я не вижу Вани и Лиссандра. Так, а что Лиссандра-то у нас там есть? Он где-то. Так, ну дадим передохнуть самому себе. Дам я передохнуть. Что-то не вижу я Лиссандра. А вот он, Лиссандра пришел. Сейчас я стрим переименую быстренько. Стала меня эта беготня чарликовская. Так. Так, не-не, Блай 3-0, а, у меня не туда счет был поставлен, значит, у меня просто не туда счет был поставлен, вот.
Так, погнали. Ну что, у Лиссандра. Тут даже не гмельный аккаунт, но это нормально. Наверное, у него есть какой-то еще аккаунт. Ну а напомню, Лиссандра убил Энигму, Ваня убил братка. Блай Касса, а не Разим Люцифера в первом туре. Блай уже, соответственно, в финале. Он победил 3-0. Недостаточно, а очень даже легко. Ну а у нас вторая пара. Поехали. Короче, я пилю рекламу, ребят. Помните про отлоки, подписывайтесь на премиум и поддерживайте меня, мой канал. Всем, кто так делает, громаднейшее спасибо. Собираем призовые и все дела. На турнир. Так, вижу на Кивасе 500. Спасибо большое. Пишите никнеймы, ребятки, чтобы вас добавлять, если поддерживаете там. Вот. Шоу Мизымани там написано в комментариях. Так, ну что, первая карта Blackpink у нас Лиссандра против Неразима. Ой, против Вани, прошу прощения, Неразима, Неразим. У нас все отыграл, занял он 3-4 место. Спасибо ему большое за участие. 2500 получил призовых. За это получит. Вот, Лай уже гарантировался второе. Первое место 10 тысяч рублей. Второе 5 у нас. Но, кстати говоря, ребят, Юра, он скинет вам ссылочку. Вы можете поддержать не только мой канал и призовой фонд Лана Московского. Хотя это самая важная лично для меня сейчас задача собрать. Потому что это Илюха говорил, что хватит 60 призового. А я сказал, не хватит, давайте, давай 70 типа делать. Как бы собираем 70-ку, поэтому осталось 7 тысяч, как бы, но... 50%, соответственно, я себе беру, как бы, на жизнь. Кушать что-то надо. Вчера, тем более, с женой говорил, с Дашей. Она увольняться с работы будет. Маша много болеет, ей там голову морочит, как бы, вот, на работе. Вот, ну, пока еще точно мы не решили, но, скорее всего, так и произойдет. То есть, тут все на мои плечи ложится тогда. Вот, ну, лан есть лан, лан надо проводить, ребят. Хорошие новости у меня есть для вас еще по поводу Москвы. В мае, 12 мая поеду я в Москву. Точнее, я там буду 12 в Кубинке на празднике авиации. 80 лет спад буду смотреть. Там, кому тоже интересно, приходите, приезжайте в Кубинку. Будет очень крутое там шоу, должно быть, по крайней мере. Не знаю, что там с погодой будет. А 13 мая в Баркрафте будет турнир по ремастериду Старкрафту. Иваныч выделяет 20 тысяч призового уже, спасибо ему за это, как бы. Ну и я там тоже буду с Илюхой, соответственно, будет весело, постараемся стрим организовать оттуда. Вот такие вот дела. Ну это май, а апрель еще даже не, ну еще апрельский лан. Кстати, мне же билеты надо купить, черт побери, на поезд, я все забываю это сделать. Все, ладно, сейчас-то запаримся или завтра днем, не знаю. Завтра в 5 утра встаю, ребятки, будем плей-офф по доте смотреть. Кому интересно, вставайте. Там 4 матча наших, правда, не играет. Наш уже в дальней стадии находится. Вот так вот. Вот. И завтра вообще весь день будет стрим. Может быть, даже больше 16 часов он будет идти, больше рекорда. Главное, разминаться мне здесь вставать. Такие дела, ребят, это инфа по поводу ближайших планов, то есть сегодня-завтра. Ну и вообще до 12 числа все время будут стримы, Nation War и еще что-то там. Один день, там меня на день рождения звали, 11 числа, как раз перед отъездом, наверное, схожу. Вот. Такие вот дела, ребят. У Лиссандра, Роба и Мортл. Че сегодня все просто в Роба играют? Пытался у нас там сыграть так
Не разим с Блаем, ну понятно, с Блаем он понимал, что Блай фаворит, пытался как-то пропушить. Кстати, хорошо, очень рабочих Лиссандра строит. Не знаю, какой ММР сейчас у Лиссандра, кто-нибудь шарит, как бы его вообще нигде не видно, а он, оказывается, тут играет, и он, ну, дошел у нас до полуфинала, получается, молодец какой. Вот, пошел пилон еще дополнительный. Ну, Ваня уже обогнал Лиссандра Порочек, 50-44, позиция час, Ваня 7 часов Лиссандра. Ваня синий, Лиссандра оранжевый. Так, ну и так. Плюс 3 гейта. Ну это явный какой-то пуш здесь будет. Гейтов вот уже 7-8. Да, 8 гейтов руба, 2 иммортала. Сейчас будет призма, видимо. Ваня вот ошибку делает, как по мне. А вот, 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 вот. Он дома оверсира заморфил, потому что заметил обсервер. Это, конечно, правильно обсервер разбить, важно. Но Ваня не понимает, что именно делает Лиссандра, но он видит, что третий Никс Протус даже не пытается поставить. А Протус-то, между прочим, 2 Иммортала, Призма, 8 гейтов, архивы Темпларов Чаш, то есть не просто Иммортал Пуш, а еще с Чажем и Архонами. И при этом выход фейковый третий Нексус получается. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас овер висит, разливает калич свой этот, крепец. Надо его прогнать, чтобы Нексус закать. У Вани уже там один строуч, собак очень много. Ваня сам агрессивничать собрался. Слушайте, агрессия это такая мощная получается, очень мощная. Тут ни чажа, ничего нет. Сентри всего две штуки, как бы, и архонов пока нет. Вообще не... Прокс поддержал ваш канал вообще на 500 рублей. Нет, спасибо, Кьюпрокс. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. Вот. Кому через плеер там... ну, нету, допустим, например, Киви, нету возможности через Киви, через плеер поддержать. Может быть, даже PayPal сейчас не работает, как бы. Вот, все реквизиты там снизу в описании канала есть, так что можете не только через плеер поддерживать. Спасибо, все не пропадет даром, соответственно. Вот, буду информировать вас о стримах, какие турики собираемся проводить. Думаю, теперь, как с Лана вернусь, я 14 апреля буду постоянно вести сбор средств. Так, также 50 на 50 на Помикап. То есть, как они будут собираться, там, допустим, 10 тысяч как бы, рублей, да, будем делать призовой, как будут они собираться, эти деньги, так будем сразу проводить. Ребят. Что-то Ваня прям вроде Лиссандра пушить собирался, а Ваня пришел и в лоб убил. Непорядок какой-то, да, согласитесь, по-моему. Так. Пилон падает, пока Иммортала 3 живых. Штурмовик там 4 своих дамаг выкидывает. Призма минус. Какая-то дичь печаль. Интересно, что Ваня тут 3-0 собрался такие сделать, как Блайсли с Неразимом. Ну а что делать, ребят? Побеждают StarCraft сильнейшие, конечно. Что 6К, это ты про что, Сплондир? Я уже мысль упустил, как бы, если честно. Что за 6К? Вот, вторая карта нам нужна. Так, сейчас Кьюпрокса мы плюсанем. Двести сорок четыре, 488. Спецот чаще всего спецот долетает 488. А, 6К. Понял. Лиссандра 5500. Сериал Киру. 5500 как-то маловато, не? Ну все, треть точно призового уже собрали. Так, схватка. Затон, вторая карта, поехали. Не знаю насчет 5500, 6К.
Мне кажется, 6К может быть вполне у Лиссандры ММР. Спасибо всем еще раз, ребят. Есть и в обмане всякие реквизиты есть. Даже есть у меня этот. Даже криптовалюта есть, как бы. Реквизиты у меня на блокчейн. Правда, что-то там мне Астрадония эфира накидал, и он жестко упал сейчас. Пока пусть повисит там. Может, прогорю полностью, а может, обратно он поднимется, не знаю. Такс. Ну что, Бопеточ. Все, понял, спасибо, ребят, за инфу. Ну, Вани больше 6К ММР, я так понимаю, Вани 6300, по-моему, говорили что-то в этом роде, 6300-6400. Вот. Нет, на этом аккаунте 5500 у Лиссандры, вы смотрите этот аккаунт, наверняка у него есть какой-нибудь баркодик еще, где он тренится, просто вот в чем суть. Так, ну что же. Затон, карта вторая, Лиссандра на 5, Ваня на 11 появляется. Здесь у нас получается такие же цвета оранжевые и синие, и зерк синий, протс оранжевый. Пилон Гейда Снег с кибернетчика снизу у Лиссандра пошел в разведку пробкой к Ване, видит, что он делает. У него 17 хата Гаспул, скорость заказана, 2 королевы, 2 собаки, 3 хата пока нет. Здесь тоже стенка не закрыта, бустится первый адепт, вар пошел. Старгита не наблюдаю, ничего такого не наблюдаю. Ну и третья хатка по готовности королев. Точнее, даже чуточку до готовности королев она пошла практически одновременно с ними. Так, ну что, адептик залетает у нас сюда. Видит Лиссандра, что хата есть. Опять робок, кстати, билд. Ну что же, опять пуш, что ли, какой-то? Не, ну в этот, на этой-то карте карманный Нексус есть. То есть можно как бы запилить, получается, просто через Эмморталов Нексус, и все будет нормально. Так, стенку закрывает у нас Лиссандра. Где у нас сталкер-то бегает? По мейну бегает сталкер. Посмотрите, что Ваня делает. Это просто элегантный беллинг-баст пошел Лиссандра. Никакого понятия пока не имеет о происходящем. Беллингов будет у Вани. Уже у него есть на 5 беллингов ресурсов. Сейчас, я думаю, на 6 где-то натаскается. Этого достаточно, чтобы адепта взорвать. Но будет сентря, будет филд. Шансы отбиться, безусловно, поэтому есть. Так, Immortal заказан. Важный момент очень. Сталкер не на позиции. Тоже момент важный, безусловно.
Вот, батареек никаких нет, ничего нет. 7 на 7 бейлингов хватает уже. И очень все будет зависеть от реакции Алессандро, потому что он, если не среагирует, то все плохо будет. Смотрите, Ваня сбоку заходит. Ну, то есть сейчас не реагирует с Алессандро, это 2-0. Так, идут Бэйны вперед, отреагируют, не? Среагировал, но очень медленно. Сентря падает, дэмэджа от Сентри в итоге не будет. Иммортал Сталкер спускается с ХГ вниз сюда. Две Сентри еще здесь делается. Сразу Алессандро, зачем сразу-то энергию потратил, я не понимаю. Причем поставил филды так, что даже и не прикрыл особо кибернетичку свою. Пробка пройти не может, пробку не пускает свою же Алессандро. Забегает Ваня, это 2-0, ребята. Ну, от Вани стоит агрессивных билдов ждать, потому что он очень часто так отыгрывает агрессивно. Немножечко реакция, как мне кажется, подвела Алессандро сейчас. Это полная печаль. Так, ну что же, третья карта у нас, соответственно, кислотный завод. Что-то пока тоже у нас 3-0 второе намечается. Пока, конечно, такой без интриги у нас проходят полуфиналы. Без какой-либо. Ну, финал точно будет, я думаю, ближе как бы. Да и не надо Алессандро пока что списывать, потому что, может быть, не полностью на тринба камбэкнуть, но не с нулем отлететь-то, возможно, он сможет. Может быть и нет, не знаю. Ну а вам всем здорово, ребят. Вам всем здорово. Спасибо громадное всем за поддержку, ребят. Помните, что не только для себя я тут все время об этом говорю. Поддерживайте меня и мой канал. 14 апреля приходите в Москве на LAN-турнир наш. Будет круто. Так, да-да-да-да-да. Так, поехали. Вот, приходите туда, надо дособрать нам призовой, уже почти, ну уже больше трети собрано, круто, если сегодня допет еще вот сегодня соберется, было бы вообще хорошо, такая цель минимум, вот, ну а до 12 апреля надо собрать, завтра очень долгий стрим будет, поэтому думаю завтра часть соберем. Так, БУ-5, Ваня 2-0, погнали вообще.
Так, ну что, ребята, третья карта Алессандро против Вани. Извиняюсь, я что-то подзалип. Посмотреть точное время, что у нас завтра будет, что нет ли у нас что-нибудь сегодня еще. Но сегодня, даже если бы что-то и было, стримить бы я не стал. Слишком уж ранее у меня запланирован на завтра подъем. Вот, но я об этом вам обо всем расскажу после окончания финала. Сделаю стоп-старт. Без задержки вернусь с вами. Пообщаюсь чуть-чуть, пару минут, тройку. Вот, и все вам расскажу, ребята. Так, время, кстати, 8 часов. Видите, 20.00. А у нас сколько началось? В 19.00. То есть у нас еще за час-два полуфинала бы 5 пройдут, что ли, практически. Ну да, Алессандро, спасай положение, братан. Иначе как бы все. Иначе за час-два полуфинала бы 5 это дичь. Это одни из самых быстрых на моей памяти будут. И на Старлайне полуфиналы. Соответственно, ну а что делать, как бы? Делать здесь нечего. Опять же Роба, ну то есть Алессандро, видимо, отрабатывал этот билд через Роба. Ваня в этот раз играет, вижу, как-то... Хотя еще есть время поставить Беллинг Нест и сделать Беллинг Баст, но так как газ не добывается, видимо, такой билд Ваня не собирается второй раз отыгрывать. Третья хата ставится, все ставится. Всем еще раз привет, ребят, всех рад вас видеть. Сегодня, кстати, третий день сходил на брусья я. Было прикольно, пришел на турник. У нас тут такая, такой срань, дождь, аэрозоль сегодня шел, все, ну, растаяло, везде грязище. Вот, залез на турник, брюхо болит. Пресс, блин, думал идти домой вообще, ну, то есть потом подумал, что я за такое туловище никчемное, что пришел на стадион и типа уйду, ничего не сделав, пошел на брусья, как бы на турнике было тяжело, он очень скользкий еще был. Вот, так что сегодня брусья сделал. Вам тоже рекомендую. Кстати, ходят легенды, точнее, ходят слухи. Вот, и я вам точно говорю, что это правдивые слухи, что кто поддержит сегодня мой канал, тот просто успешным человеком становится, особенно если вечером на турничок залезет или побегать сходит, вот, или на брусе там, неважно, или поотжимается. Так что спешите присоединиться к сегодняшним поддержавшим. Вот. А в сервер вперед летит, опять же Иммортал, опять гиты. Ну, фактически в нем. Почему можно этот билд попробовать Алессандро еще раз? Он... У него ни разу этот билд не получился, он два раза попал на не совсем контрбилды, но первый раз на агрессию Вани с Роучи Реведжерами, а второй раз на агрессию Вани Беллинг Баст. Вот, а сам проагрессивничать так и не смог, может в этот третий раз что-то получится. Заказан чарж, пошли архивы темпларов, но у Вани четкий тайминг, у Вани лейер, у Вани третья хатка, ну, раскачана, 52 дрона, то есть на 50 дронах начинает продакшн боевых юнитов, это нечто похожее на первую игру, по-моему, получается. Слушайте, ну, я не знаю, в конце-то концов, не надо вторую игру так улетать. Кстати, крип почему-то Ваня не льет овером, во-во-во, смотрите, только я сказал, и сразу он лить начинает. А ведь крип разлить, значит, заблокировать Алессандро заказ сейчас Нексус. Вообще-то Алессандро стоит, хоть бы сталкером проверил бы, что там происходит. А обсервер куда-то не туда совсем опять летит. А, третий Нексус вообще в другом направлении в этот раз Алессандро ставит. Кстати, в этот раз у него как-то и юниты по юнитов микс получше, как бы на встречу зергу обеспечен. Пойдет ли Ваня вперед? Очень вопрос вообще. Так, дроны пошли. Нет, ну как бы, наверное, Ваня пойдет вот этими всеми юнитами вперед. Алессандро видит все прекрасно. Там Гидроден Эволюшн. Ну, кстати, Ваня хитрец тут еще обманку начинает делать. Он подготовился, получается, к пушу отчасти. И сидит, в общем-то, дома. Переход делает в гидру. Сейчас облетит Алессандро. С третью хату он проверит. Он гидроден может спалить, смотрите. Но он не летит сюда. Буквально чуть-чуть не хватает. Это очень-очень плохо. Фаерболы против обсервера. Алессандро внимателен, законтролил. Что мешает Ваню Версира подвести и сбить апса, я не знаю, королевой. Но что-то он пока не контролит. Там, кстати, криптумур далеко что-то уже здесь оттянулся.
Так, а нужно ли, Сандра, сюда лезть? Куда ты лезешь-то? Вот, два криптумера убило, и все, надо сваливать. Там 8 гидралисков. Здесь очень прям много пилонов. Призма летит вперед. Четвертый уже иммортал практически готов. У Вани четвертая хата вообще. Жены возвращаются. Ну, это к Санчезу вернулась. У него ее нет, а она взяла и вернулась. Как бы, что бывает. И такое. Вот. У кого... Ну, это так расклад, я тебе скажу. Кому не надо, такого не произойдет. Так, 110-137. Слушайте, микс очень опасный. У Лиссандра, у Вани очень много сейчас до заказа боевого лимита. То есть можно пытаться давить еще. Нужно ли Лиссандра лезть вообще? Он же видит, что Ваня массится там просто жесть как. Может быть, постоять немножечко и... И принять тут гидры немерено. Не надо лезть на ХГ вообще. Не надо вообще туда лезть. Зачем туда лезть-то, не пойму. Во, да, Лиссандра сообразил, что уже не вариант продавливать Ваню и идти туда. Но он проморгал выход. Оп, хорошие филды, прям прекрасные филды. Заранее поспешил обновить. Ну, не надо было спешить с обновлением филдов. Короче, в итоге Ваня спускается вниз. Ну, Лиссандра сдерживает его атаку пока что. Призма падает, фаерболы зашли. То есть Лиссандра... У Лиссандра загорелись глаза. У Вани мало лимита, он идет вперед. Но тут сейчас архоны упадут, и мортлы против гидры останутся. Это ошибка была. Если бы сейчас отступил, шторм бы доделался. Было просто идеальная ситуация. Полез и отдался в итоге. Нахера вообще это было делать? Я не знаю, короче. Шторма нет, штормовики, конечно, есть три штуки, но у них нет энергии. Кстати, у них только 60 сейчас накопится, еще секунд 20 нужно, чтобы было на шторм. Шторм грейд-то сейчас доделается, но Ваня уже здесь. Смотрите, а энергии нет у штормовиков. Сейчас начнется фокус еще их, возможно. Штормовиков, я имею в виду. Надо отступить дальше намного сейчас. Лиссандра, он уступает дальше. Фаерболы Вань кидает, энергии все еще нет. Так ее и не будет в итоге. Какой фейл? Два шторма только Лиссандра кинуть успевает. Это полная печаль, ребятки. Ну, хотя, блин, по лимиту-то близко, но что-то по-боевому какая-то печаль. С доварпом, конечно, можно отбиться, но если бы Лиссандра отступил, если бы он отступил в тот момент, когда он понял, что у Вани мало, он не верил, он не... Не то, что не поверил, он не учел до заказ. И не учел то, что архоны пробиты, то, что гвардина нет, филдов нет, то, что одни иммортлы могут остаться там. В итоге вы видите, что случилось. В итоге Лиссандра заново нужно копить лимит. А между прочим, у него нет фаржи. То есть по грейдам он отстает постоянно. Он не отстает постоянно, он уже отстает по грейдам. И постоянно усиливается это отставание, потому что сейчас один... Одна атака ренжового Вани против нулей Лиссандра, скоро будет вторая атака уже, а это будет же совсем плохо. Ваня, кстати, уверсира разложил так, чтобы вижен на ХГ он давал. Так, нет, филды. С филдами поаккуратнее тут надо вообще. Филды, здесь гвардиан нужен уже, по-моему, против гидророучи больше, чтобы накидать нормально и чтобы заштормить нормально. Можно было бы стазисную ловушку где-то здесь поставить, как раз вот тут вот, от всяких таких забеганий чертовых. Так, Лиссандра выходит вперед. Ваня разводит на вторую. Пришел. Ой-ой-ой, блин. Сирала тут Ваня врубил. Ну, Лиссандра доварп вроде как юнитов. Филд будет. Нет, филда пока нет. На третью заходит. Здесь есть штормы. Кинь штормы. Лиссандра не успевает кинуть. Ваня отфокусил все штормы. Ну, Ваня по мультитаску. Лиссандра переигрывает. Лиссандра штормовиков увел половину отсюда. В итоге Нексус потерян, ребят. Но это теперь уже точно. Если у меня надежда на секунду 30 минут назад еще была, то теперь я вижу, что это 3-0, очевидно, абсолютно. Сильнее Вани Лиссандра на данный момент. И мы сейчас будем черкать карты на финал. Тянуть мы не будем, несмотря на то, что все быстро так идет. Блай против Вани. Финал, судя по всему, у нас. Ждем ГГ от Лиссандра. Спасибо пацанам за участие. Лиссандра, Неразим, два проса занимают у нас
Третье, четвертое место. Ну а финал ЗВЗ, что делать? Ну, Ваня против Блая. Молодой Ваня, наш российский игрок против опытного топ-1 СНГ. Ни много, ни мало, уже давным-давно топ-1 СНГ Блай, как бы, и никто его оттуда потеснить не может. Может, молодняк наконец-то Блая начнет напрягать хотя бы. Ну, а я переименую пока стрим. Ну и вы, ребят, если хотите поддержать данных игроков на данном турнире, кстати, забываю вам сказать, вы можете поддержать и Starline тоже. Спасибо громадное, вот просто громадный респект я выражаю и уважение Изарду за то, что не забросил этот турнир наш. Спасибо ему большое. Хотелось бы, конечно... Мне говорить, все сюда кидайте, но для меня лан важнее гораздо сейчас, то, что лан нам нужно проводить, как бы. Вот. Бля, не могу я найти что-то, где этот турик? Нет. Ну, кто-нибудь найдет, я надеюсь, ссылку скинет. Так. Так, все, Блай карты пишет. Так. Иствуч, восточный дозор создаю с модом. Вот Юра кидает ссылку на турик, ребят, вам. Музыку в старике убавить. А чё, музыка мешает? Да, музыка крутая в Старкрафте. Оркестр. Вот, и я ссылку тоже кину вам. Так, не-не. Вот она ссылка сейчас нормальная. Без сетки. Вот так вот надо пилить ее. Вот. Чтоб сразу на поддержку, ребят, турика. Ну и меня и мой канал поддерживайте тоже. Рассчитываю на вас очень сильно. Как чем быстрее, тем
соберем 70 тысяч призового, тем лучше, тем я смогу себе хоть что-то на апрель заработать, как бы, в итоге. Так, даров Хавок. Счет 0-0. Финал у нас Блай против Вани, соответственно. Вот. ЗВЗ. Блай готов. Ну, это может быть для Блая самый изи просто финальный день. И самый быстрый еще можно посвятить вечер там. Ну, с женой посидеть там или потрениться, не знаю, или куда-нибудь сходить. Так, ну что же, ребят, это бой 7. Ваня против Блая. Финал. Ваня синий, восточный дозор. Первая карта у нас. Ваня синий, ЗВЗ, Блай красный. И посмотрите, что Ваня играет. 12-11 получается. То есть это самый ранний пул и газ. И это, соответственно, будет беллинг-баст очень-очень агрессивный. Ну, карта, на которой очень далеко бежать нужно, если оббегать, так вообще порядочно. Ну, как очень далеко? Достаточно далеко. Зато можно оверов всех здесь обогнуть вообще. Ну, а Блай играет стандартную 17-ю хату Газпул. Пул только строится, естественно. Опа! Приходит Блай и дроном все спалил. Че себе Блай решил с разведкой сыграть? Во дает. А я даже и не вижу, что дрон куда-то тут ехал. У Вани Бойлинг Нест, но с этого билда съехать никак. С этого билда никак не съехать, и Ваня это понимает. Поэтому он не стал оббегать, просто бежит вперед. Правильно, Хавок, надо посмотреть все это дело. Точнее, хотя бы послушать. Блай отменил сразу же газ. Блай ставит две плетки на хайграунде. Конечно же, он не хочет, чтобы его пробили здесь. Собаки прибегают. Начинает сразу же Ваня нагрызать здесь все. Одним лингом подсветил, что здесь происходит. Ага, увидел пушки. Слушайте, сейчас собаку Ваня потеряет. Ну, надо аккуратней быть. Разведал, назад уйди. Дроны плюс линги спускаются. Еще одну собаку Блай зажал. Слушайте, ну, Блай... очень четко все делает в плане обороны. Сейчас просто две королевы плетки спустятся вниз. У Вани скорость. То есть, погодите, Ваня в экономику сейчас собрался переходить. Я вижу два бейлингов. Почему они так бейлингов долго делал? Он уже давно мог иметь бейлингов и нормально с этими собаками биться. В итоге Ваня бейлингов задержал. Все, две плетки, две королевы. Третья плетка. Блай вообще для надежности еще третью делает. Ну и все, это ГГ, ребят. Это 1-0 Блай, я в этом уверен на 99%. Да, Ваня сразу пишет ГГ. Очень быстрая игра первая. Очень быстрая получилась. Ну и Блай как чувствовал. Как чувствовал. То есть он взял и разведал дроном вообще. Сейчас. И это очень сильно зарешало. То есть, конечно, если бы он не имел этой информации, так бы грамотно он бы не мог отреагировать на данный билд Вани.
Да, я тоже синий. Станислав. Как ГГЛ расшифровывается? А, ГГЛ. Ну, good game, ГЛ, типа, вместе слитно. Такс. Так, поехали. Чермандерос, участвовать в турнире можно, если даже нет ранга. Смотря про какой турнир ты говоришь. Если ты говоришь про московский лан, то вступай в мою группу ВКонтакте. Там сверху закреплена вся инфа, там все есть. Вот. Да, там можно всем участвовать. Про... Если про что-то другое, то я хз, про что ты говоришь. Вот. Ну, а вы спешите стать успешными людьми и поддержать мой канал, поддержать наш турик московский, соответственно, этот. Сегодня кто поддерживает, установится успешным. Завтра мне вставать в 5 утра, помните об этом тоже, кстати. Доту буду смотреть, стримить, вот. Вот, и задержка, помню, что 2 минуты. Ну что, ребят, Бла 1-0 повел, пул первый он играет в этот раз. А Ваня играет то же самое, 12-11, да, так и есть, короче. Опять сверху этот агрессивный билд. Вот. Поддерживайте турик мой. Здорово, Фир. Good Game Лига. К сожалению, такой у нас нет пока по второму старику. Вот такие вот дела. Восемь лингов у Вани. Блая уже 6 вперед бегут. Слушайте, ну опять, короче, у Блая какой-то контрбилд получается. Хотя я не знаю, насколько пул первый безгазовый контрбилдом является к Беллингбасту стандартному. Вот, вот этому самому раннему. Ну, наверное, является вообще. Сейчас Ваня убежит всеми собаками. К нему 6 на халяву прибегут лингов просто. И расковыряют. Так. Ваня видит. Опа, видит линга Блая, Ваня, прекрасно. У него 4 у Блая 6, надо отступить на ХГ сейчас, соответственно. Блай понял, что уже какое-то тут палево пошло и отступает домой. Плетка на хайграунде ставится, а Ваня тут прибегает 6, ну сныкает и 2, то, блин, закажи беллинг нест. Ой, беллингов. Ваня не спешит делать так. Ну, это дает собаку. Ну, вот уже, вот зачем, зачем? Ты беллингбасишь, ты уже собаку отдал, уже ослабил свой беллингбас на ровном месте. Зачем? Если ты собираешься такой агрессивный билд играть, так играй четко. Вот беллинги, вот тоже ошибка. Зачем их где-то за 3-9 земель сделать? Здесь делай, собаки со скоростью прикроют. Делаются бейны, еще 8 лингов строит Ваня, собак все новых море вперед идет. Здесь 2 плетки на ХГ, королева одна перекапывается, плетка вниз, вниз боится что-то Ваня, блать, не спускать плетку, как правильно боится. Если Ваня, кстати, сейчас начнет дронов строить и убьет хату вторую Блая, у него все прекрасно будет. Плюс беллинги их отдавать совсем не обязательно, кстати. Опа, собаки Ванины накидываются на Блая. Надо догрызать хату. Хату Ваня догрызает, беллинг взрывает брудлингов и еще одного беллинга Блая убивает Ваня.
Здесь хату вторую, смотрите, ставят. Слушайте, ну я бы сказал, что теперь у Вани столько ж рабочих, как у Блая, чуть больше боевого лимита, больше, ну, то есть хата раньше, короче, есть скорость. Я бы не сказал, что это доминирование, но у Вани все нормально с технологиями, как бы, со всеми делами. Опа, то теряет хп плетка, то... Смотрите, вот как бы крип уже распространился, а плетка все еще... Да, плетки не дошло. Так, еще раз отменяет Ваня, кстати, Блаю. Хату здесь, молодец. Обсессия, что ты нам рассказываешь за херь какую-то? Конечно, у нас много неадекватных сейчас людей развелось, но не до такой же степени. Так, здесь Ваня понял, что уже хату не сможет убить, отступает. Но он в плюсе по лимиту еще. Вот зачем? Зачем? Ты раз отменил хату, уже Блай там позади, скорости нет, отстает он нафиг вообще по всем... Зачем собаки еще? Куда агрессивнее лезть-то так вообще? Нет, Ваня хочет прям полезть, а тут уже все, здесь плетка трансьюзер, нахрен туда лезть вообще так? Нет смысла никакого. Так, еще Беллинг пошел. Ну, я не знаю. Ваня, по-моему, какую-то полную херню делает. Он мог бы сейчас уже быть рабочих на где-то... У него могло бы 26-27 рабочих сейчас быть. У него было все прекрасно просто. У него делается плюс один, тем более, как бы. То есть он мог бы доминировать. Так, Лейер Роуч Уоррен заказал, и все. И контроль-то среднюю стадию. Куда ты хочешь лезть этими Беллингами с санами, вообще не понимаю. Там 4 королевы, трансьюзов миллион. Так, приходят Беллинги, ну плетку взорвал, а дальше-то что? Королевы все с трансьюзами? Ну и все, вот тебе, пожалуйста. Тратил газ, тратил ресурсы, что пушку одну взорвать? Ну бред. Блая 6 роучи заказано, Вани 3. Опа, запустил Блай Ваню на мейн. Кстати, спалил в итоге Ваня Роуч Уоррен Блая. Пытается дрончика сгрызть. Два сгрыз, смотрите, два сгрыз еще дрона. Слушайте, ну, если Блай хочет вперед идти, то навряд ли у него что-то уже... Хотя, смотрите, роучи есть у Блая. Сейчас Ваня отдаст на халяву два овера, еще и третий летит сюда отдаваться. Все, сейчас саплай в луку, Ваня, еще он... Где контроль? Ну, вот же тебя убивать идут. Короче, жесть, Ваня нервничает слишком сильно, по-моему. Один овер точно упадет, второй, а сейчас и третий Блая не отпустит. Блай, извините, Блай контролить умеет. Все, в итоге Вань не может боевого лимита заказать. Он на 10 уже отстает боевого. А у Блая этот Лейер пошел. Все, что у Вани в плюсе здесь, так это грейд на атаку, на рачей. Так, взрывается Бэйн, взрывается все. Блай фейканул. Смотрите, теперь у Вани нет оверов на карте. Он не видит, нападает Блай, отступает ли он. А Блай отступил просто, и все. У Вани нет никакой инфы. Вань тут Бэйнов пытался замошить, но Блай ему объясняет, что я не настолько тупой и мертвый, и невнимательный, что не увижу две собаки, пробежавших на мейн. У Вани 4 овера. Короче, Лейер заказан. Плюс один есть на плюс 2. Все, Блай благодаря своим грамотнейшим действиям сейчас на опыте просто выводит ситуацию абсолютно равную. Здесь даже в плюсе он по рабочим. Единственное, чем он ставит, грейд на атаку. Но он сейчас закажет плюс один, а Ване никакого нет желания с двух баз делать вторую атаку. То есть он не спешит с этим. Да, плюс один скорость роучем. Как бы. Ваня улынется. Ну, смотрите, вот Ваня... То есть Ване нужно посмотреть эти репки и понять, что он херню делает полную. То есть вместо того, чтобы абсолютно уверенно довести игру эту до победы через экономику, Ваня себя завел в такое положение, что принял решение даже нападать. Зачем? Зачем ему сейчас куда-то там нападать? И если Ваня сейчас еще Роуч и Реведжерами улынет, то нахрена ему вообще нужен Лейер-то, я не понимаю. Тоже непонятно мне абсолютно. Да надо делать с реведжеров и пытаться с реведжерами проатаковать.
Ну что, Блай тут уже в плюсе по лимиту пробил камни. Ой, пробил эволюшн свой. Выбегает вперед Роучер Эвожерами, плюс один скоро будет. У Вани третья хата, у Блая нет. У Блая шпиль зато есть в заказе. То есть сейчас, сейчас у Вани нет никакой возможности экономической перехода в гидру. Вот, и сад, опа, хорошо зажал Роучер Эвожера в тылу. Ну и то есть Блане нечем на муту будет ответить, то есть и даже если он в спорке закажет дома будет сидеть, он будет полностью зажат вообще здесь. Как бы. Так, не дает Ваня третью пока Блай сделать, Блай здесь идет вперед, Блай убивает оверсиров, у Вани плюс два атака есть здесь на рачах в заказе, это очень хорошо. Так, Ваня дает бой Блаю. Да иди ты, блин, атакуй его. Чего боишься-то? Боится Ваня очень биться сейчас в лоб. Ну, Ваня ж не знает, что там шпилют. А здесь по вот этой ситуации надо обязательно бой сейчас давать. Через фаерболы Ваня вперед пошел. Собаками пытается Блая тормознуть. Хорошо, как тормознул. Слушайте, а ведь мута еще нет. Да заказе, но через фаерболы. Опасный путь у Вани. Как он наловил-то здесь. И назад пошел. Блай 9 роучи заказал, но хоть муту Ваня не дал Блая заказать своей агрессией. Надо продолжать идти вперед, на плюс 2 сейчас можно, на плюс 2 сейчас можно будет продавить, ну, 30 секунд, 40 секунд до плюс 2, вот. Семь муталисков, ребят, у Блая. Ваня пришел, понял, на ХГ лезть не очень хочется, ушел. А муту как сдержать? Спорок нет вообще. Королев там пару штук буквально. Ну и все, Блай прилетает. Лимита-то меньше, а толку, что лимита меньше. Фаерболами своего реведжера почти сбрил. Ваня ломится в улэн. Это 2-0 Блай. Если Ваня пойдет в атаку, то это очевидно абсолютно. Ну, тут передумал Ваня, Блай Ваню, конечно, что-то тут говорить. А вначале непонятно, то есть там было несколько ошибок таких, которые Ваня... Ну, то есть они очевидные для игрока, вот уровня Блая должны быть. Но, видимо, не уровня Вани пока, когда он поймет, то есть он проанализирует все, сделает выводы, научится вот таких ошибок не делать, он поднимется еще с уровня игры своем. То есть там не надо было агрессивничать вообще. Этих собак. Все. Один раз хату отменил. Блаю. Куда ты прешь дальше? Ты там в плюсе невероятном. Плюс один делается. Хата раньше. Скорость собакам есть. Живи, бля. Живи, блин. Спокойно. Куда ты прешь, бычок? Ё-моё, блядь. На, ё-моё, пошел отсюда, Блай говорит. Ты куда прешь ему? На ошибках. Подловил. Это тоже StarCraft, это тоже такая хрень. Извините за мою зарисовку такую. Вот. Ну как без зарисовок? Как без зарисовок? Помощь без зарисовок. Себя хотел игроком поставить. Ни хрена я расхорохорился, короче. Как я посмотрю. Ну что, поехали, третья карта. Здорово всем еще раз, ребят. В общем, помните про адлотики, поддержите мой канал, нас 500 человек на Гудгейме. Также Twitch врублен, YouTube все врублено сейчас. Наверное, нас где-то суммарно 600 на там одноклассниках Гудгейме, Twitch, YouTube. Плюс на СК2 ТВ есть люди, но они все учитываются в ГГ-плеере. В общем, поддерживайте меня и мой канал. Спасибо всем, кто так делает. Поддерживает, я имею в виду. Вот. процентов идет на московский лан, на призовой. Надо, да, собирать нам обязательно, короче, этот призовой в ближайшие дни. Осталось все ничего 7000, даже меньше, 6600, там 6500. Ну и у нас третья
Так, Ваня третью подряд игру, играя 12-ю. Упертый какой Ваня, а? Третью подряд игру, играя 12-11. А Бла играет 17-ю хату. Гаспу. Да, и кто сегодня поддерживает, успешным человеком становится практически, помните. Ну, собаки вперед выдвигаются. Слушайте, ну вот третью игру играть это, мне кажется, ну, достаточно прикольный Mind Games. То есть он может зайти, рискованный, конечно, но... Блай прям не верит, что третий раз такая хрень может произойти вообще. Да-да, ГГВП, типа того. Типа того. Так, собаки прибегают. Беллинг Несс еще не готов. У Блая, кстати, тоже 6 собак тут уже есть, я как посмотрю. Королева тоже не готова. Не надо только лингов отдавать до того, как беллингов наморфишь. Ваня делает 2 бейна, Ваня. Блай 2 плетки делает там в тылу. Прикрывать беллингов надо. 3 собаки Ваня сгрыз. Одного беллинга прикрыл, второго не прикрыл. Блай пытается всех собак туда кинуть, чтобы беллинга... Ай, хорошо минусует лингов. Ваня в этот раз прям успешно, пока пуш проходит. Почти, почти успешным человеком Ваня становится, как поддержавшие мой канал сегодня ребята. Так, ну сверху плеточка на мэне, ребят, появляется. Надо окружать королеву, пытаться плетку. Куда ты враг... Какие рабочие? Плетку убивать. Что ты, Ваня, делаешь? Или на второй базе хату хотя бы минусуй. Надо что-то здесь сделать. Беллингов не делать. Неужели такую игру Ваня умудрится отдать? Я не знаю. Да, королевы вышли, беллингов нет. Королева пытается Ваня... Чеплет пытается Ваня забрать. Заберет ли? Королевы прикрывают. Собак очень много, что у Блая вышло здесь. Без скорости они, правда. Нужны бейны. А, там хата у Вани уже пошла. Нужны бейны. Без бейнов никак вообще. Биохазард? Да нет, почему? Я вообще 2 часа начал, как бы... Авыч поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает, вдруг поможет от всех проблем. Так, спасибо, Хавочте. Ну, 50 ре поможет, но почти от всех, я тебе так скажу. Спасибо, короче, за поддержос. Так, был перерыв в районе с 5 до 6 примерно. В 6 я начал опять. Дорог, шейм. Вот. А вот завтра будет и все утро, и весь день стрим. Ваня, короче, заходит, беллингами взрывает плетку, но это провал. ГГ, 3-0 Блай. Но вот эту игру Ваня слишком агрессивный опять был. Походу, да, действительно, по знаку зодиака Овен. Вот, ну куда прешь? Беллинга делай одного, собак. Просто хотя бы один беллинг должен быть стабильно в бою, чтобы собак минусовать, короче, ребятки. Вот. Пару минут перерыв. Так. Я аж подавился.
Так, у нас там качается игра пока. Так, ну что? Так, кислотный завод, четвертая карта. Не, ну четвертую я не знаю, раз четвертую уже перебор, наверное, так играть. Какой? Идем на рекорд, мне кажется. Самый быстрый стрим, короче, финального дня. За все время, короче. То есть полуфинал и финал укладываются просто в 2 часа на изичах. 2 бо 5 и бо 7 в 2 часа, ну и бывает и такое, что говорить. Корисари куда-то делась. Ну что, четвертая карта. Погнали, ребята. Ну зато, блин, я высплюсь к 5 утра, походу, сегодня. И это будет круто. Я, наверное, через час-то уже где-нибудь ложиться буду. Вот. Ну я еще стоп-стар сделаю без задержки. К вам вернусь. Расскажу, что да как. Завтра будет у нас... А тут хопа и Ваня на 4-3 камбэк резкий пилит. Блай уже там уверен в своей победе, а Ваня хопа, сейчас макро Блай 4 карты подряд. И раскатал, это был хитрый план, типа, показать свою слабость, а потом закамбэщить просто, стать топ-1 СНГ. Безарт 1987 поддержал ваш канал на 500 рублей, сообщает Серега. За твой нелегкий труд. Приеду на турик пожать тебе руку. Спасибо, Хазард. Обязательно приезжай. Блин, сколько много людей. Тут уже прям список такой, я не знаю, как это. Смотрите только, но в топ-3 за месяц сколько прям. Спасибо всем, короче, пацаны. Сколько там? 488. Да, так оно и есть. 488 рыбасов. То есть 244 отходят сюда. То есть вот так вот у нас. 4000 приближаюсь. Спасибо, ребята. Кто хочет поддержать, поддерживайте. Возможно, последняя карта у нас сегодня. Ваня против Блая. Вот правильно я паузу тут-то взял, смотрите-ка. Ваня красный на 11, Блай синий на 5. Ну и Ваня играет не пул первый, не беллингбаст. Неужели? Неужели? Может быть, здесь что-то получится интересно. Может, мы увидим каких-то юнитов помимо роучей. Пока... Что самое технологичное, что мы видели в этих играх, это реведжеры в ЗВЗ. Вот. А не, мута была. Я вру. Мута была, конечно, была мута.
Мута более технологичный, гораздо Ravager юнит, потому что это Т2 все-таки юнит воздушный. Бьет по земле, по воздуху, очень быстрый. А Ravager Т1 юнит бьет только по земле, атакой фаерболы. Правда, есть каст отдельный, который бьет и по земле, и по воздуху. Привет, ГГ Клайд, здорово всем. Так, ну что? Прибегает Блай на разведку. Видит все прекрасно, что здесь Ваня делает. Ваня, кстати, Ваня играет без скорости собакам, через газ. И играет третью быструю хату. Блай прекрасно все это видит. У Блая 2 Evolution Roach Warren. Плюс 2 газа на второй и 4 газ на мэне. Вот. Так, я в курсе, что у Корисали свой стрим по этому турику. И не по, только по этому турику. Заходите к ней, поддерживайте, что ее там, как бы, иногда, ну, она ладдер там катает. То у нас только я, только 3 девушки на гудгейме получается. Вот уже стримит Старик у нас, Корисали, Рицо. И Карина, получается, вот, может, кого-то я даже хз не знаю, даже вот. Так, привлекаю ли я доп. Спонсоров на турик? Я хочу привлечь, но пока что-то не привлекаются. Сегодня у Брюса узнал, оказывается, Нейтрон, многим известный у нас в ФКСе в московском, там где-то работает. Спросил у него, говорит, ФКС вообще не поддерживает никакие турики призовыми, они находят спонсоров, короче, вот, для организации турниров, как бы, получается, ну, то есть, лишнее звено, грубо говоря, вот, так что там так вот, девайсы, возможно, будут, мне пока не отвечают только, ну, пока что деньги только от вас поступали, в общем-то, ребят, вот и все. С Ворианом хочу связаться, там, может, какие-нибудь ставки там по что-нибудь нам дадут, ну, короче, пока что ничего такого нет. То есть мне никто, по крайней мере, не предлагал. Я не, ну, так, пока кого в голову приходит, я связываюсь, как бы, да, с этими людьми, которые теоретически могут помочь, но хз, короче. Ублая шпиль, ребят, уже мута заказ. Здесь что-то дроны собак покусали. 7 муталисков. Спору кувани ровным счетом 0. Есть роучи, есть скорость роучев не готовая, а тут уже муталиски летят. Оверсира штать. Надо ставить спорки как можно быстрее, Ваня. Обойти можно роучами как-то в обход. Где спорки-то, ё-моё, Ваня, прямо на муту идет. Но это решение неправильное, как мне кажется. Эти гидроден ставят, а спорки где? А, ну Ваня уверен, что мута за роучами полетит. Ну и да, мута летит действительно за роучами, но здесь очень много обходов на этой карте, поворотов. Пока, короче, сюда дойдут эти роучи. Здесь уже тоже роучи у Блая выйдут. Спорок Ваня так и не заказала. В итоге гидра окажется беззащитна против муталисков роучей блаевских. Ваня пытается третью отменить. Ну, хз, просрать всех роучи, чтобы только отменить хату, которую Блай сейчас эскейп нажмет, отменит, и все. Там 5 гидралов заказ. Почему спорки Ваня не ставит, а? Он, то есть он так уверен, что Блай будет в лоб с гидралисками драться? Это же бред вообще. Люска еще. Осид. Что за осид и хз? Так, ну все, тут гидра есть, королевы скопились. На мэйне спорка ставится, на второй. Ну, что это за херь, короче? Почему заранее-то спорку не поставить было, блин? Ваня какую-то херню тут сделал, по-моему. Слушайте, ну вообще ситуация неплохая складывается. Тут разве что роучи на третью пришли. По рабочему Ваня в плюсе, третья хата есть, угла нет.
ВК-1-55. Что-то Блай тут нашатал прям уверов. Офигеть, сколько уже упало-то? 9, 10, 11 сейчас упадет. Ваня идет в размен гидрой роучами. Блай будет назад-то возвращаться? Да, должен возвращаться. Но слушайте, вообще, если плюс 2 гидре доделается, я так полагаю, что Ваня может и продавить здесь. Но пока плюс 2 гидре нет. Ай, налетает Блай на гидру рачами. Плюс муталисками. Разворачивается Ваня, дает бой, бой дает неплохо, но что-то гидры тут мало остается, по-моему. Но еще подходит роучи и гидралисков, пачка неплохая такая. На грани эта игра будет, как по мне. То есть тут Так, Ваня гидралисков будет своих защищать вообще. Забегает ковером, Блая больше по лимиту. И боевого даже больше, но грейды пока что равные, кстати, грейды. 5 секунд, 7 секунд остается до грейда. Готовность, 7, уталиски влетает. Нафига полез-то внутрь туда, Ваня? Залезает внутрь, Блай с дронами отбивается. ГГВП Ваня пишет. Мне казалось, что вот эту игру Ваня возьмет. Ну, спешит, спешит. Вот. Ладно, ГГ Клайд, ты там это... Когда будешь турик делать, вот так и будешь делать. А мы делаем как нам надо, как бы, и как это все. То есть с дивана всегда виднее в этом плане. Как бы, где мне этих спонсоров взять, я не знаю. Если я жил в Москве, то это другой бы разговор был. То есть вот, там бы было бы все на подхвате. Вот. А так... ХЗ, короче, ребята. В общем, что я вам скажу, ребят? Поздравляю всех. В общем, спасибо всем ребятам за участие. Поздравляю всех топ-4, кто сегодня участвовал. Ну и других тоже людей. Вот. Успешных людей сегодняшнего дня тоже поздравляю. Выставляю нулевую задержку. Через 2 минуты я к вам вернусь. Ждите. Так, сейчас, погодите.